Я Дима Позов. Это семейное дерби. Мы, как всегда, выясняем, какая семья лучше шарит в футболе. Погнали! Что за внешний вид? Вау, это просто чики-чики-вау. Да, я думала одеться, чтобы надо одеться так, чтобы поразить мужа. Но поразил. Но он назвал меня фриком сегодня. Фриком? Сказал, что я фрик. Не, я это называю чики-чики-вау. А, да. Да. Привет, муж. Здравствуйте. Артур. Артур, конечно. Мы знаем. Но Артур тоже модный. Да. Да, Артур, мы всегда вначале выясняем. Mm-hmm. Хоть чуть-чуть в футболе. Нет. Вообще нет. Он врет. Врет? Он играет в футбол на PlayStation'е. Он точно разбирается в футболе. А ты, ну нет, правда, ты играешь, но не смотришь? Да. Он играл в футбол, но растянул связку там сильно. На PlayStation? Артур, на вообще. Вот эту. Так, а вы когда ехали, вы договорились, что на все вопросы про Артура отвечаешь ты, правильно? По телеку иногда смотришь? Не смотрю футбол. Не смотрю. Нет, я играю так. Каким спортом увлекаешься, если не футбол? Может, вообще никаким? Ань, ты отвечаешь? Ты понял, да? Сложный вопрос, ты говорил, не будет такого. Сложный вопрос? Ну, блядь, у тебя же спортивное прошлое. Ну, больше, я единоборствами больше. Единоборств, да. Ну, видно же. Ну, видно, видно. Нет, видно, видно. Да, по Илюхе тоже видно, но он не увлекается единоборствами. Кстати, об Илюхе и Алене. Привет. Здорово. Привет. Так, Илюх, ну, я тебя знаю давно. Конечно, я знаю, что ты футбол вообще никак не... Никогда. Ну, знаешь, я что подумал? А ты хоть какой-то спорт вообще смотришь? Слушай, мне нравится биатлон, но это мне от отца досталось. Он сказал, да смотри, я занят. Я вот теперь смотрю всегда биатлон. Биатлон. Блин. Ну, а сам занимался я чем? Плаванием, водным поло. Водное поло считай футбол, только чуть в воде. Также все мокрые. Согласен. Ален, может, ты увлекаешься футболом? Нет, вообще никогда. Тебе даже от отца даже биатлон не достал. И, кстати, это верно подмечено вообще. Даже биатлон не смотрю. Но на самом деле... А фигурное катание? Фигурное катание. Ну, смотрю, но я не разбираюсь все равно в этом. А зачем ты смотришь? Типа красивый просто. Просто красивый. Ну, вообще, мне кажется, фигурное катание, да простит меня фигурное катание, так и смотрят. Типа, о, красиво. А что-то блестят там, иногда жопку видно. Вряд ли Алена вот так смотрит фигурное катание. Ну, тоже согласен. На самом деле, в нашем шоу вообще не обязательно шарить в футболе. Мы как бы выясняем, кто лучше, но все вопросы устроены так, что эрудиция, интуиция, здравый смысл, все в помощь, знания футбола, ну, по сути, они не нужны. Поэтому я желаю вам удачи, играйте, наслаждайтесь игрой, в конце обязательно кто-то победит и получит невероятный приз. Класс, обычно так говорят, когда полное дерьмо подарок. Да. Ну да, вряд ли. Невероятный приз и в конце хата. Да. Да. Окей, давайте к игре. Мы переходим к первому раунду. Раунд, который называется «Стартовые составы». Все предельно просто. На экранах, ну и у вас, и здесь будут появляться стартовые составы каких-то известных футбольных клубов. Они будут написаны на английском языке, так как и пишут на футболках у этих игроков. А ваша задача абсолютно безошибочно прочитать имена и фамилии этих футболистов с ударениями, с произношениями. За каждую фамилию вы получаете балл. Пока вы не прочитаете фамилию, вы не можете перейти к следующей. Максимум можно набрать 11 баллов. Минимум можно в угаре опозориться. А мужчины нам зачем? Мужчины вам... ну, обычно мужчины шарят в футболе и как-то намеками пытаются помочь. В вашем случае я вообще не знаю, зачем вам мужчины. А мы просто будем смеяться над ними. По сути, да. Класс. По сути, да. Как всегда. Да. Отличный смех. Единственная проблема нашей передачи, вообще их нет, но одна есть. Каждый раз, когда я пытаюсь определить, кто первый, я вспоминаю, что я не взял монетку. Давай на Цуефа. Если у кого-то есть... На Цуефа? Давайте. Цуефа. Давай другую игру. Ален, ты не просто первая, ты еще и можешь выбрать. Я не знаю, насколько тебе это поможет. У меня два футбольных клуба. Один называется Манчестер Юнайтед, он из Англии. Второй называется Рома, он из Рима, из Италии. Манчестер Юнайтед. Итак, у тебя есть ровно 3 минуты. И 11 фамилий игроков Манчестер Юнайтед. Давайте поддержим Алену, ей будет сложно. Просто больше вариантов говорим. 3, 2, 1, погнали.
Дегея. Дегея, нет. Д, прекрасно. Давай Жия. Же? Же. Нет. Де-же. Он испанец. Почему? Если это как-то тебе поможет. Вообще-то, кстати, поможет. Такой художник еще есть. Испанцы, они такие все. У них нету там почти Г или Дже. Какой художник? Вот такой? То есть Д было хорошо. Д прекрасно. У них там Алехандро, Анхелиньо. Нет, я никак не помог. Все же поняли? Все же поняли, как я помог? Ален, все поняли? А какой еще буквы это может быть? Ну вот, я же говорю. Алехандро. Алехандро. Анхелиньо. Дехе. Дехе, правильно. Идем дальше. А, это не Дега, да? Но это прям англичанин. Гэри Магуайр. Ну не Гэри, ну какой Гэри? Но он же не Гарри Поттер. Не, прям он вот как написано, так и читай. Гэри Магуайр. Гарри Магуайр, Гарри абсолютно Магуайр. Правильно. Да, да. Ну тут имя вообще. Виктор. Линделлоф. Давай с ударением, оно чуть-чуть раньше, потому что он швед. Это вообще никак не связано, зачем? Линделлоф. Линделлоф, но смотри, это не О, это видишь, это какая-то херня с двумя точками. Это, да... немецкий. Ну, и как это поможет. Прочитать? Ну, прочитай О, как Йо, что непонятного. Линделлоф. Линде? Лёх. Лёх? Лёх. Линделлоф, абсолютно верно. Виктор Линделлоф. Легкотня. Рафаэль. Рафаэль, прекрасно. Варане. Нет. Варане. Нет, он француз и рептилия. Варане. Вот как, вот, ну, рептилия прям. А, варан. Варан, Рафаэль Варан. Это на время, кстати, если что, Ален. Да, надо спешить. Аарон Ван Биссака. Аарон Ван Биссака, прекрасно. Паул Погба. Нет, смотри, это не Пауль. Пол. Не Пол. Ну, какое еще имя? Ну, какое имя? Известное, на самом деле. Пауль. Нет. Не Пауль. Паша. Ну, такое типа... Паша. Вот такое Павел. Типа. Вот такое имя. Такое. Понятно, Пол. Как я? Нет. Пол? Нет. Понятно. Такое. Поль. Поль, прекрасно. О, Поль. Поль, потрясающе. Погба. Нет, Поджба. Он француз. На последнее слово. Паджба. Паджба? Паджба. Паджба. Нет. Ну, ты вначале почему? Прочитала правильно. Когда? Когда сказала Погба. Погба. А я тебе говорю, Погба. Ударение надо поменять. Погба. Погба. Пауль Погба. Неманджа Матик. Неманджа Матик. На этом мы остановимся, потому что время закончилось. Неманджа Матик, на самом деле, Неманья Матич. 6 баллов, это очень хорошо. Нормально. Нормально. Это больше половины. Класс. Да. Так, Ань. Подсказывай мне, пожалуйста. А можно подсказывать? А ты что делал? Ты сидел и подсказывал. Что ты делал все это время? Илья такой... Черт, да! Я думал, меня не слышно. Фамилия художника. То, что ты это делал странным образом? Да, я прям поняла. Да, и художника нет такого. Художника нет. Ну, может, и есть, конечно. Я по-другому. Я думал, это Дега. Ань, у тебя клуб, который на самом деле, да понятия не имею, легче или сложнее, потому что там тоже кого только нет. Это римская Рома. У тебя также 3 минуты. Погнали! Давай. Руи Патрисио. Руй Патрисио, прекрасно. Джоан Лука Манчини. Джоан Лука Манчини. Джоан Лука Манчини, правильно. Крис Смеллинг. Но не Смеллинг. Крис улыбается. Крис Смеллинг. Нет. Нет. Смеллинг. Нет. Кто это? Ну скажи, ты мы с тобой в паре. Ты со мной играешь. Так в смысле скажи, но он не знает. Как понять, скажи. Что это? Как понять, кто это? Защитник, защитник. Английский? Английский. Крис? Крис. Смеллинг? Нет. Э-о. Смеллинг? Нет. О. Смеллинг. Не так много гласных осталось. А нет, а-о. Смоллинг. Крис Смоллинг. I'm so sorry. О, господи, ребята, это по цензуре мы проходим? Это гитара же, нет? Вообще легко. Ибанес. Но только у него... У него ударение не как у гитары. А, нет, не на середину. Ибанес по мячу. Ибанес. Ибанес. Не Ибанес. Ибанес? Ибанес. Ну, я просто боялась. Ну, на самом деле, Ибанес, ну ладно, тут не докопаешься. Ибанес, да. Ибанес. Брайан Кристант. Нет, Брайан, классно. Кристанте. Кристанте, Брайан Кристанте. Говорить можно? Говорить можно, да. Все правильно. Вот Леонардо... Блин, я хочу, чтобы меня вот так звали. Спинацоло. Ну круто, Леонардо Спинацоло. А Спинацоло есть у вас? Спинацоло.
Спинацоло. Ну, спинацоло тоже правильно, да. Спинацоло. Там как угодно. Или правильно у них. Лоренцо Пеллегрини. Лоренцо Пеллегрини, правильно. Ну все. Все, приехали. Мхитарян Хенри. Как могут Мхитаря назвать Хенри? Что там у вас в Армении, а? На Г его зовут. Генри? Генрих. Генрих Мхитарян. Генрих Мхитарян. Генрих Мхитарян. А это кто? Ты его знаешь? Эль Шарави. Почему она у него все время спрашивает, ты его знаешь? Да ладно. То, что там был Генрих Мхитарян, не означает, что он весь клуб знает. Он знаешь, сколько играет в ФИФУ. Эль Шарави. Эль Шарави. Эль Шарави, Эль Шарави. И так можно, да. Шамуродов? Шамуродов. Русский, а нет. Мурадов? Шамуродов, да, Мурадов. Правильно. Шамуродов. А что не хлопаешь? Шамуродов. Абрахам. Абрахам, правильно. Я считаю, абсолютно нечестно. Но... Там было все гораздо проще. Знаешь, почему честно? Потому что Алена сама выбрала себе клуб. Согласен, да. Лучшую команду, кстати. На самом деле мы не ожидали, что Аня настолько шарит в итальянцев. Но Цуифа предлагала, не я. 11-6 в первом раунде побеждает Аня, но это еще ничего не значит. Нормально, мы дали им фору. Второй раунд, он называется «В какой форме наши?». Все предельно просто. Мы подготовили некие вопросы, в которых есть варианты ответов, и эти самые вопросы мы задали 50 девушкам. Ваша задача не выбирать правильный ответ, тем более в некоторых вопросах его вообще нет. Нужно думать, как 50 девушек. Самый популярный ответ. Там не всегда прям 50 ответили одинаково. Надо думать, как большинство девушек. Сколько команд пройдет в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, если изначально в турнире стартовали 32 команды? Но здесь есть правильный ответ, как вы понимаете. Ну, блин, не знаю. Может, наверное, 10. Ты нажал уже? Или 12. Арча, ты нажал. Надо нажать. Я бы выбрала 14. Почему? 4-4. Ну, это... Ну, это не факт. Между прочим, 1/4 и 14. Ну, кажется, хоть женская. Какая-то логика. Все, ты уже нажал. Согласен. А можно нажал? Не-не-не, менять нельзя. Тем все, более, все. Что Аня ответила... А я поменял. Неправильно, да? Нет, Аня ответила 14 команд, так всего 3 девушки из 50 считают. Это полный отстой. Так вообще никто так не думает. Вы ответили 12, а на самом деле все девушки умные. Умные люди. 33 человека ответили, что 8 команд, потому что это абсолютно правильный ответ. Обалдеть. Нас били просто. Мы просто терпим это. Девушки стояли, считали, старались. Это, ну, 12. Второй вопрос. Когда можно поменять вратаря по правилам футбола? А вы знаете правильный ответ? Вратаря, конечно же, можно поменять когда угодно. Да. Как и любого другого игрока. Правильный ответ – когда угодно. Да. Но что думают девушки? Ты выбрала? Да, я выбрал. А кто следит за тем, ну, что девушки я выбрал? Скажут, наверное... А сейчас это появится, когда Илья выберет, чтобы наверное, вратаря менять нельзя. Потому что тогда, когда он будет меняться, будут пустые ворота. Блин, возможно, когда пропустил гол, потому кстати, что, типа... Логично. Когда пропустил гол. Арчи! А кто поменял? Говорят, кто-то поменял ответ. Я не ладно. Все, я проверил, все, просто, он как вернул. Работает. Итак, смотрим. В перерыве, когда пропустил гол. Девушки, к сожалению, в этот раз решили не думать. На самом деле, 17 девушек подумали, а 18 решили, что вратаря менять нельзя. Я ж, блин. Одна роковая девушка все увела в глупость. А было бы правильно. Какие цвета загораются на табло у судьи при замене футболиста? Красный, желтый, красный, зеленый, желтый, зеленый, зеленый и зеленый. Ага. Правильный ответ знаете? Он на самом деле на поверхности, правильный ответ. Я думаю, что касается цветов, девушки тоже довольно мудры в этом. Ну, почему? Вот Артур считает, что желтый и зеленый, например. Я считаю, красный и зеленый. Готовимся, это поехали. Максимально на контрасте. Один уходит, другой выходит. Это логично. Очень логично. Да. Артур, почему желтый и зеленый? Ну, это... Да. Желтый и зеленый, поехали. Нет, красный и зеленый, конечно. Красный и зеленый. Насколько далеко по правилам футбола вратарь имеет право водить мяч руками от своих ворот? Дам маленькую подсказку, он может водить мяч куда угодно. Здесь нет правильного ответа. Но знали ли об этом девушки? Вот тут точно надо думать, как женщина. Вряд ли бы они выбрали офсайд, потому что они это что-то вообще сложное.
Ален, ты как считаешь? Ну, возможно, они бы выбрали слово какое-то замудренное офсайд. Выбрали замудренное слово офсайд. Это верно. Аня, ты как бы ответила. Я бы вот не дальше своей половины поля. Ну, это же его часть. Я бы логично пыталась рассуждать. Но правильно? Это не ко мне. Ну, это... Ань, вот так вот вратарь в футболе не бегает. Или офсайд. Ну, офсайд это впереди, правильно? Руками выбегать. Офсайд впереди выбегать. Ну, сколько он может, видимо, с мячом так идти. Илюх, сестра-то у тебя мыслит, как женщина. Потому что сложное слово есть, надо его выбирать. Да. Да, линия офсайда. Да. Да. Вот ты как помыслил, что они не знают, что такое офсайд, и не выберут, а они наоборот. Я просто логично. Она такая, если у вратаря мяч в руках, значит он что, куда-то его несет. Почему настолько глупо? Ближайшему игроку. Девушка не может себе признаться в том, что она чего-то не знает. Она думает, если я не знаю, что такое офсайд, вот что такое офсайд. Блин. Куда вратарь может мяч выбрасывать? Мне нравится, что я и разбираюсь сейчас и в футболе, и в девушках одновременно. Да. Классное шоу. Ну давай, вот такой вопрос. В какой форме должны быть футболисты Манчестер Сити, если приехали играть к Зениту? В любой, кроме голубой, в гостевой, в своей, как договорятся. Здесь надо выбрать самый непопулярный ответ. Непопулярный? Да. Прикол, который мы заложили в этот вопрос, заключается в том, что цвета Зенита и Манчестер Сити похожи. Ну типа того, что и те... Ну да, бело-голубые они, да? Ну как бы, да. И внешние, и внутренние. Даже человек, который не шарит в футболе, шарит в футболе. Как договорятся. Пусть как договорятся, либо кроме голубой. Такая женщина попалась. Нет, самый непопулярный. Карновщица, блядь. Непопулярный. Как договорятся, мне не заебывай. А какой еще популярный? Либо в голубой, либо как договорятся. Давай так. Илюх. Да. Классная была крановщица. Их было три. Я в гостевой выбрал. На этом все и неожиданно. В этом раунде с сухим счетом, но не таким крупным, как хотелось бы. Но все же. 2-0. Побеждает Илюха. 2-0. Красава. Спасибо. Немножко сокращается разрыв, потому что у вас по-прежнему 11, а у вас теперь 8. Едем в третий раунд. Раунд футбольные ставки. Это раунд, в котором очень легко можно отыграться или оторваться, потому что выглядит он следующим образом. На экране будут появляться категории. Вы будете выбирать любую категорию, которая вам по душе, после чего появится картинка, имеющая отношение к вопросу. Угу. В этот момент вы решаете, сколько баллов вы ставите на кон. 1 или 2. Если отвечаете правильно, эти баллы получаете себе. Если ошибаетесь, эти 1 или 2 балла отправляются команде напротив. Ну что, бижутерия? 1959. Рыбалка есть? Ставку нужно сделать от 0 до 100. Нет, от 1 до 2. 2? 2. По-крупному играем. Внимание, вопрос. Как это рыба? Правда ли, что одно из условий контракта Курбана Бердыева с футбольным клубом «Кайрат» был дом на берегу озера Сайран, чтобы тот в свободное время мог рыбачить? Надо не так читать, чтобы понять, правда это или нет. Чтобы был дом на берегу озера Сайран, чтобы я мог рыбачить, кайфовать. Это известный футбольный тренер. Чемпион России Курбан Бердыев. То есть надо с уважением, да? Да, поехал однажды в Казахстан тренировать Кайрат. Скорее всего, мог себе позволить. Я уверен, что да, потому что это озеро Сайран. Это что за республика? Ну, я думаю, это в Казахстане, потому что клуб этот в Казахстане. Там такая рыбалка в Казахстане, просто закачаешься. Но любит ли ее Курбан Бердыев? Я думаю, что вполне себе да. Ну, ваш ответ? Я бы очень хотел, чтобы это было в контракте, поэтому я говорю «да», а сестра моя не имеет здесь вообще никакого веса в этом вопросе. Окей. Курбан Бердыев, довольно известный тренер. Я верю. Я уверен, что он позволил себе очень хороший контракт, в том числе в Кайрате. Это очень обеспеченный человек. Я думаю, что если бы даже он любил рыбалку, он бы мог порыбачить где угодно. Сам. Поэтому в контракт он такое не вписывал. Нет, это неправда. 2 балла отправляются вам. Ему просто это в голову не приходило. Вот посмотришь на его следующий контракт. Скорее всего. Он посмотрит этот выпуск и скажет, ладно, ничего страшного, правильно? Мы уступаем ребятам еще раз. Нет, надо вам выбирать категорию. Ну, то есть все будет про футбол, да?
Да. В любом случае. Да, я в начале шоу это сказал. А утиные истории тут ни при чем. Нет, почему? Они тоже могут быть связаны с футболом. Стрелять в уток. Вот как рыбалка была связана с футболом? Была. Хочешь утиные, давай утиные. Утиные истории. Ну давай, давай утиные истории нажмем. Я просто очень любила этот мультик. Смотрим картинку. Ну, наверное, это... О, это стадион «Зенита». Это Скрудж Макдак. Да. Теперь надо решить, сколько баллов вы ставите. Один. Один. Муж просто один. Хорошо. Один. Как рационально, я в шоке. Правда ли, что Скрудж Макдак на свое состояние мог бы построить 46 стадионов «Зенит-Арена»? Мое. Я, конечно, люблю утиные истории. Любила. А ты удивишься, есть точная цифра его состояния. Скажи. Нет. Как я могу это сказать? Я могу другую дать маленькую подсказку. Давай. Стадион «Зенита» стоил по меркам стадиона очень дорого. Отличная подсказка. Это все? Очень. Точка. Ну, в этом прикол. Да, это известный факт, что этот стадион летает над землей. Точно можно было построить дешевле. Другое дело, сколько же денег у Скруджа Макдак? А сколько примерно может стоить стадион? Вот примерно. Ну, 700 миллионов. Ну, может, 700. Но может и 500. А если может, 46, а может и 300? Да, все, не мог. Мы не отвечаем, мог. Не мог. Не мог. Так и живем. «Зенит-Арена» стоила 1,4 миллиарда долларов. Для стадиона это невероятные деньги. Но дело в том, что Скрудж Макдак, по официальной версии, владеет состоянием в 64,5 миллиардов долларов. Поэтому он мог построить 46 стадионов. Вы ответили неправильно. Этот почему балл же он такой дорогой? Отправляется Илье и Алене. Серьезно? Почему? А то, что мы неправильно на два ответили, им два. Это им было два. Ну все, у нас один на один. Win-win. Ну смотри, что, Козловский, это явно будет про вот этот фильм, что-то там, да, где он футболист. Возможно. Я смотрела. Ты смотрела? Ты смотрела? Может, там какие? Нет. Это настолько внимательно ты смотрела. А есть еще, где он футболист. Это правда есть. Никогда ничего не запоминаю. Ну что, Ален, выбирай. Вы выбрали «Я пчела», «Ты пчеловод». Это, знаете кто? Дэвид Бекхэм. Дэвид Бекхэм. Как всегда, даже в огороде очень стилевый. Сколько баллов ставите? Этому красавцу? 100. Главное, чтобы эти баллы не ушли этим красавцам. Ну смотри, я считаю, что мы и так уже проиграли, считай. Еще можно спокойно отыграться. Даже в этом раунде еще можно отыграться. По два балла. Я предлагаю можно. По два балла вообще по-крупному. По два балла. Чего этому мы боимся? Взгляду можно доверять. Окей, два балла. Там в конце дурацкий подарок. Простейший вопрос. Правда ли, что пчеловодство одно из хобби Дэвида Бекхэма? Предположительно, тогда, где он сфотографировался. Ну, смотрите, где-то он сфоткался. Но где? Ну, явно не на пчелохозяйстве. Потому что такой свитер пробить на раз-два можно. У него много фоток, где но он... Ну, лицо не опухшее, скажи, да? Что? Аня говорит да. На уголках рта меда нету. Под ногтями нет. Да, как бы... Я не знаю. Я думаю, ему деньги точно некуда девать. Ему позвонили, сказали, пчел, купишь? Он говорит, я как раз в огороде стою, думаю, что сюда поставить. В моей альтернативной реальности все так произошло. Я не думаю, что даже если бы он разводил пчел, это прямо ради прибыли. Я не знаю, я опять хочу очень сильно, чтобы он был пчеловодом. Хочешь, чтобы он был пчеловодом, отвечай, что он пчеловод. Он пчеловод, ты считаешь, ты что думаешь? Я думала, что нет. Ну явно же, пчеловод стоит же, ну. Он смотрит на пчелу, говорит, что-то ты сегодня далеко улетела. Крошка, назад. Значит, загорел в сеточку. Загорел бы в сеточку. Сеточку. Он не загорел в сеточку. Нет, смотрите, это в любом случае. В любом случае, даже если он пчеловод, это не обязательно сейчас в улье он стоит. Согласен. Если вы пытаетесь понять, почему он без сеточки, во-первых, это Бекхэм, он, скорее всего, ходит без сеточки. Угу. Даже если бы у него были пчелы. Он же Бекхэм. Уворачивается. Это такое лицо, кто будет кусать. Мне кажется, он пчеловод. Давайте, да. Хорошо. Он пчеловод. Он пчеловод. Да. Ален, ты действительно недооцениваешь проблемы мужчин за 40. Даже Дэвид Бекхэм, будучи вот таким персонажем, во время пандемии решил, что он пчеловод. Класс! Он пчеловод! Два балла! Ты молодец! Ну, выбирай, Арчи. А надо нажать, что ли? Надо нажать. Ну, Козловского все-таки? Да. Не надо, только не надо, пожалуйста, я не знаю. Ладно, не жми на Козловского. Индеец!
Сразу расскажу. Это тренер футбольного клуба «Атлетика» Диего Симеоне. Самый высокооплачиваемый тренер в мире. Ну, а это... Индеец. Индеец. А надо... Все? Надо вопрос. Решить, сколько баллов вы ставите. А, да давай два. Чего? Вопрос же не поменяется от балла? Нет. Ну вот. Как он может поменяться, если там правда или ложь? А кто хочет ноль поставить? Ноль ставить нельзя. Окей, два тогда. Два. Правда ли, что во время игровой карьеры у Диего Симеоне было прозвище «Индеец»? Ну ты индеец, бум-бум. Ну ты индеец, а мы тоже сори. Понял, да? Кстати, из-за этого выбрали индеец. Ладно, учти, сейчас разберемся. А тот мем не связан с этим? Я бы не делал, если бы он связан. Ну, имеется в виду, что... А почему? Давайте порассуждаем, почему его могли называть индеец. Ты знаешь, почему? Вообще, он своеобразный человек. Я не знаю, могли ли его называть индейцем. Ну, да. Называть, точнее, я знаю. Да. Ну, конечно, вам не расскажу. Понятно, да. Но он своеобразный человек. Например, одно из его суеверий – перед матчем держаться за член. Что? Это прям видно в кадре. Бом-бом. Он вот так стоит. Вратаря прикинул. Насколько крепко. Почему-то он уверен, что это приносит удачу. Ну, как я понимаю, это не только он так думает. Он вообще из Аргентины. Наверное, там древние поверья. Скорее всего. Выглядит странно. Аргентина. И что? Аргентина. Зачем я не сказал, что он из Аргентины? Они теперь просто говорят, Аргентина. Вот знаем. Аргентина. Махнем на следующей неделе. Да. Ну да, мне хочется сказать нет. Да. Итак, ваш ответ нет. Наш ответ нет, конечно. Диего Симеоне. Я же не случайно рассказал один из приколов про него. И что? Он довольно-таки... Ну, там давайте человек, скажем, как есть. Опиздошенный чувак. И во время карьеры игровой он тоже был таким. Он просто сумасшедший. И прозвище у него Эль Чоло, что переводится как индеец. Он получил это прозвище еще в детстве, в 14 лет. Ну, Эль Чоло, но не индеец. Нет, это прям, ну, так переводится. Два балла на 100. Это два балла. Кто же знает об этом? Ладно. Тут, короче, на все вопросы да отвечать надо. Вот так надо. Легко вы получили два балла. Класс вообще. Илюш. Ну что, сестра предлагает все-таки нажать на Козловского. Нажимайте на Козловского. Быть, не надо, оставьте. Кто-то должен на него нажать. Ты смотрела? Да. Ты внимательно смотрела? Нет. Но мы нажмем на него. Хорошо. Итак, Козловский. Смотрим картинку, решаем, сколько баллов на кону. Да, вы правильно поняли. Это будет вопрос про фильм «Тренер». Хорошо, давай два. Фильм назывался «Тренер». Мы «Тренер». В натуре? Не два. Да, серьезно, тренер. Два? Мы говорим два. А? Два балла. Поехали. Посмотрела. Правда ли, что один из эпизодов фильма «Тренер» снимался на Стэмфорд-бридж? Как вы думаете, что такое Стэмфорд-бридж? Ну, это какой-то стадион, в Великобритании. Потому что это родина футбола. А попробуйте догадаться, чей это стадион. Возможно, вам это поможет. Неужели это... Думаешь, у него есть стадион? Так, но есть же кто у нас этот богач? Абрамович? Его стадион? Его стадион, вижу по глазам. И типа... Я этого не говорил. Алло, Абрамович, ну пожалуйста, дай снять. Ну что? Ну я бы сказал да. Давай да. 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 Вот ребята молодцы, они слушают все, что я говорю. Конечно, если представить сюжет спортивной драмы, то в конце должно быть что-то эпичное. Да. Не может в конце метеор вылететь отовсюду. Конечно. Он должен сыграть с кем-то. Желательно с кем-то... Челси. Например, с Челси. Потому что с кем-то еще договоришься. Согласен. Поэтому в финальном эпизоде на поле стадиона Стэмфорд-Бридж выходит Челси и метеор. Это абсолютная правда. Ребята. А, да тут все равно, на самом деле, что выбирать. Да? Может, вы знаете историю? Знаю, ну, явно но... это год. Тут павианов поставили. Павианов. Павианов. Сколько баллов вы поставите? Смотрите, сразу расскажу. Ну, это павиан. Это был чемпионат мира в Африке в 2010 году. И мир узнал, что такое вувузела. Футбол было невыносимо смотреть, потому что весь матч было... Помню такое. Вот так. А это их традиция. ФИФА не могла им запретить дуть в эти штуки. Ага. Соответственно, вопрос будет про вувузелу и обезьяну. Давайте, два балла. А какое у нас? Два балла, да? Ну, конечно, ну что,
Громко. Два балла. А какой счет у нас вообще общий? Счет? Звони нашим. Пока 7-2 в этом раунде. Итак, вопрос. Правда ли, что в древних африканских племенах вувузелой отпугивали павианов? Мне кажется, правда. Просто в 2010-м отпугивали зрителей? Но для чего-то же когда-то эта штука появилась. А вот для чего? Это вопрос. Ну давай, правда. Не, ну именно под это, может, они дополнительные. Судя по ягодицам. А мне кажется, знаешь, они отпугивали, а делали, как-то их. Спаривали их под эти... Хотя зачем им это делать? Судя по ягодицам, отпугивали пинками. Ну, Аня, я прошу прощения, они, наверное... как ты себе это представляешь? Два павиана явно не хотят спариваться. Да, они достают вувузелу. Начинают дуть. Не-не-не, какую мелодию сыграть просто. Ну, может, они развозили павианов. Там смузи джаз они играют. Как можно заставить животное размножаться от звуков, которые человек... А как-то в природе павианы размножают. Подождите, а зачем? Вымирают, пока не придет тигр. Для чего бы вы сделала, она была у них? Не для этого. Ну, подождите, у них все время вечеринка в кругу. То есть вувузела, она для вечеринок. Подождите. Нет, вообще, я пытаюсь понять. Подождите, они же там танцуют под это дело. Хорошо, да. Ну и что, они, представь, они танцуют, дудят, и тут бегут павианы, и они начинают еще громче дудеть и отпугивать их. Да, давайте да. Мы давайте да. Ну ладно, давайте. Мы не боимся проиграть. Да. Очень хотим выиграть. Да, обезьяны наоборот. О, вечеринка. Да. Я же, смотрите, все всегда говорю. А ты подскажешь это? В 2010-м, ну вы ответили, да. В 2010 году это все отпугивало всех людей, потому что неприятный звук на самом деле. И любая традиция, она, конечно, появляется откуда-то. Вот эти штуки действительно использовались для того, чтобы во время охоты отпугивать павианов. Потому что их очень сильно, как и нас, людей, раздражает этот звук. Это абсолютно правильный ответ. Мы все знаем про обезьян просто. Да, две категории, 7-4. Ребята. Две категории осталось, главное бежу не промазать. Так. Мне кажется, здесь вопрос с подвохом. То, что категория бижутерия выглядит явно легче. А мне кажется, будет наоборот, что год будет легче. Но мне больше интересно, что вот 954, чем бижутерия. Ну, нажимай. Да? Класс. Итак, смотрим картинку. Это Сталин. ЕГЭ по истории не сдаешь? А назад бижутерию можно выбрать? Вопрос будет все равно про футбол и все равно правда или нет. Просто там будет замешан Сталин. На какой позиции? В сборной ЦК КПСС? Ты уже начал? Какую команду буквально расстреляли на матче? Блин, ну... Ну что, давай один балл. Один балл. Наверное. Давайте один балл. Счастливый. Итак, внимание, вопрос. Правда ли, что Иосиф Сталин в 54-м году после поражения СССР в матче с Великобританией отправил в трудовой лагерь главного тренера сборной? Вариант А. Мог. Вариант Б. Не мог. Я думаю, не мог, конечно. Ставлю на это 3 балла. Возможно, я вам задал вопрос не на знание. Но в то же время на знание. Чтобы знать, нужно не знать. Не может это было. Или чтобы знать, нужно знать. Не мог знать, не знать. Пусть фигурирует вот это вот «не». Я считаю, что он мог. Мог. Ладно, хорошо. Например. Да всего балл-то поставили. Чем мы тоже парим? В 1954 году Сталин не мог жить, потому что умер в 1953. Поэтому это абсолютная неправда. В лагерю. Итак, бижутерия. Смотрим фотографию. Это Криштиану Роналду. Я знаю эту сережку. Ты знаешь эту сережку? Я видела ее. А мы знаем этого человека. Какой Штучкин. Соответственно, будет вопрос, наверное, про этого человека и про эту сережку. Надо решать, сколько баллов выставить. Мы два. Два. Погнали. Нам не жалко. Правда ли, что во время матча против Наполи Криштиану Роналду потерял сережку и после окончания игры искал ее на поле вместе с Модричем? Модрич — это одноклубник Роналду по Реалу. Они играли вместе в Реале. Это было бы интересно. Это было бы весело. Так, ну, скорее всего... Ну, это нелогично. Сейчас я ее поближе смотрю. Артур говорит, что это нелогично. Почему нелогично? Объясни мне, да.
подожди, а он в сережки играет? А это тоже интересный вопрос. Нельзя играть, по-моему. Играет ли он в сережки? Ага. Я его ни разу. Мы же не уверены, что здесь он вот прям играет сейчас. С этой своей улыбочкой. Да. Я не видел в сережки. Или он играет. Или я на удачу. Ты поддерживаешь Артура. Всегда. Вы говорите, что это неправда. Не, подождите. А еще будут подсказки? Да, можно еще? Куда еще? Здесь работает вот это вот, эй, красавчик. А какая подсказка? Ну, куда еще? Как всегда, я вам, я хотел бы сказать, представьте себе футбольный матч. Да. Но я знаю, что Аня... Нет, я говорила вот так и вот так. Не-не-не, вот так. Эти вот так, эти вот так. Но было бы интереснее, если бы не с Модричем, а с индейцем с этим искал. Кстати, с индейцем у них бывали конфликты. То есть Модрич это действительно его одноклубник. Нет, Модрич это правда его одноклубник. И с Наполи он играл. И Сережка его. Ну, наверняка. Да-да, играл они. Тогда нет. Тогда нет. Все сходится, это неправда. Ну вот давай, ну мы исходим из того, что... Неправда. Неправда. Дело в том, что я Артур думаю, гениально подметил важный факт. Ну, во-первых, наверное, конечно, если потерять Сережку на поле, вряд ли прям Роналду с Модричем между своими золотыми мячами. А во-вторых, действительно, во время матча нельзя играть с такими украшениями. Их либо заклеивают, либо заставляют снимать, потому что это травмоопасно. Поэтому, конечно же, ничего он не терял. Это абсолютно логика побеждает. 6-4 получается, да? Плюс, соответственно, ладно, приемлемо. Удивительный 7-7. Счет. Помните, я говорил, что счет 7-2? Да. А вот раунд закончился, а счет 7-7. Воу. Ничья в этом раунде. Я по-другому посчитал. Но на самом деле борьба вся впереди, потому что всего-то 18-15, пока лидируете вы, но все может измениться в следующем раунде. Футбольные качели. Девчонки, все супер просто. Вам не надо ничего знать. Вам нужно просто ответить на несколько вопросов. Мы будем собирать виртуальный футбольный клуб, который, конечно же, нужно собрать со своим сокомандником. Поэтому вы ответите на 5 вопросов, как чувствуете или как думаете, что будет чувствовать ваш партнер. После чего их задача попасть в те же самые ответы. И за каждое совпадение будет 2 балла. Поэтому, когда вы будете отвечать, ну подумайте, сможет ли как-то предугадать брат или муж, что вы там понаотвечали. Давайте начинать. То есть они должны будут думать, как мы. Думать, как вы. Или вы сейчас должны думать, как они. Это совсем разное. Это совсем разное, да. В этом и суть. Как бы вы назвали ваш футбольный клуб? Пина Колада, Лонг Айленд, Дайкири. Соответственно, вы понимаете, что если, к примеру, ваш сокомандник бухает, и вы знаете, что именно, вы можете ответить так, чтобы он такой... Ален, конечно, твой брат не пьет. Никогда. Ни разу не видел. Ну, вот вопрос. Просто вот вопрос. Если выбирать футбольный клуб как вот по звучанию, как продажник, как бренд-менеджер, так. Или все-таки по приколу? Я извиняюсь, а как бренд-менеджер, как бы ты из этих 3 вариантов назвала клуб? Ну, из этих 3 Дайкири я бы выбрала. Дайкири, ПК Дайкири. Да, ну, если не привязываться к Дайкири. Ну, называй. Нет, а так бы я бы выбрала Пина Коладу, потому что я ее пью. Я следила. И ты Пина Коладу пьешь? Да. Нет, просто мне кажется, почему-то, что он так подумает. Хорошо. Я тоже думаю, что Артур... Пина Колада. Хорошо, выбирайте Пина Коладу. В моей жизни больше Пина Колада. Окей, идем дальше. Какую бы форму вы выбрали для своего клуба? Ну, соответственно. О, там нормально, веселенькая такая. Первая. Первая, я так понимаю, там жопки. Жопки. На второй еда. Может быть, да, жопки это еда или что? А на третьей? У нас есть дети, поэтому я выберу средний. Хорошо. По-разному может рассуждать. А как он может рассуждать? Либо от зеленого цвета. Ему нравится либо, зеленый? Ну... Он может со мной ассоциировать этот цвет. Ага. Либо Жопкины Карамелькины. Жопкины Карамелькины. Там еще каннабис. Где? Там, между жопками. А, да, там жопки и трава. Да. Выбирай, выбирай. Вот и дум. А, точно его. Он точно это выберет. Ну, идем пусть. Дальше. Кого бы вы подписали на позицию вратаря? Ну, это актеры какие-то? Это, возможно, актеры, а возможно, футболисты. Самое главное, что, наверное, надо выбрать, ну вот, кто вам кажется попривлекательнее и попробовать предугадать, как решит ваш мужчина. Так, это... Мне кажется, Ваня. Он выберет это. Я просто выбрала брюнета. Да. Ну, кстати, он вратарь. О. Да, великий.
А ты выбрала шахматиста, но это не важно. Или я тоже не знаю, кто из них вратарь, а кто шахматист. А ты почему выбрала? У нее брюнета, у тебя? Почему-то мне кажется, что очень добрый. Очень добрый. Хорошо. Какой автобус вы бы купили для своего клуба? Ну вот этот я бы выбрала. Как плитка у нас дома. Да, у вас плитка-мяч? Ну, это мяч, если ты обратил. Это мяч. Зрение плохое, да. Окей. И еще один вопрос. Кого бы вы попросили спеть гимн вашего клуба на первой домашней игре? Так, Little Big. Little Big. Это Сергей Лазарев. Да. А это? Ну, я-то тоже это не слушаю. Но это крем-сода. Ты будешь им говорить, что это? Не знаю. Возможно, нет. Сергей, у меня Лазарев. Такой рисунок в комнате вот так с ним стоит, поэтому... У тебя? Да. У тебя такой рисунок в комнате? Нет, и ты не Лазарева, не а Илюшин. А, Илюшин. У него есть такая фотография, да. Может быть, как-то, может быть. Может быть, как-то, да, может быть, как-то. Ань, ну надо выбирать. Но я хочу, чтобы ты сказала, кто Ну, если он спросит, скажу. Хорошо. Окей, все, мы закончили. Вы не должны ни в коем случае никак подсказывать, потому что сейчас сюда отправятся мужчины, и мы будем играть с ними. Илюша? Артур. Они не поняли, да, что я говорю? Просто. Снимай, снимай. И чего? Глубокая фаза сна. Смотрите, пацаны, все очень просто. Мы собираем виртуальный футбольный клуб. Так. Соответственно, девчонки ответили на 5 вопросов. Они пытались отвечать так, чтобы вы догадались, что они ответили, потому что за каждое совпадение вы будете получать по 2 балла. Mm-hmm. Иногда они отвечали, потому что прям говорят, мы знаем. Иногда отвечали, ну, из серии «А вдруг повезет». Погнали! Первый вопрос. Как бы вы назвали ваш футбольный клуб? Так. Аня здесь хотела, как бренд-менеджер сначала мыслить, а потом говорит, я знаю, что выберет Артур. Алене мы сказали, что ты вообще не пьешь. Она не поверила и тоже сделала выбор. Потому что мы пьем вместе. Много раз это видела и присутствовала. Другой вопрос. Что ты там пил? Футбольный клуб «Длинный остров». А есть кокос в пиноколаде? А я не могу знать. Я пью... А есть ли у кого-то кокос? Итак, Артур, Аня решила, что это просто классно звучит. Про кокос не было ни слова. Но дело в том, что Алена тоже решила, что пиноколада классно. Серьезно? Да, пиноколада и там, но балл набирает. 2 балла набирает. Мы пьем пиноколаду. А? Мы же пьем пиноколаду. А можно еще логику послушать? Мы же собирали, мы же собираем клуб. Что за клуб? Мы же отвечаем. Потому что... Но почему не дайкири? Колада. Вот. Дайкири, как бренд-менеджер мыслит. Дайкири, Аня сказала, это если бы вот я просто называла, я бы назвала дайкири. Ну, да, честно сказать, я хотела бы. Все, я понял. Мне главное логику понять. Первый вопрос. Она была везде разная. Артур, вообще логика такая, что впредь, когда ты что-то пьешь, уточняй, что ты пьешь. Вот и все. Если там кокос. Нет. Идем дальше. Дурная привычка. Смотрите, тут вообще. Они выбирали форму. Тут, вот тут Илю. Хорош. Тут все очевидно, да? Ну нет, Алена сомневалась, но я не могу сказать, в чем она сомневалась. Жопы марихуаны. Жопы марихуаны. Сладости, вкусности, либо новогоднее настроение. Да. Кстати, я не помню, Аня, по какой логике выбирала. Я сказала, была логика у меня. Я привязала. Подождите, это хинкали же, да, на первом? Нет, это сердечки, жопы. Это жопки или манты, признавайтесь. Мы, конечно же, осуждаем. Ну, я думаю, с жопами, с марихуанами недолго бы просуществовал бы клуб в целом. А вот это, на такую вкусную игру я бы посмотрел. Да, да. Артур. Да. Ну, надо выбирать. Я обязательно ответил. Смотрю. Подумай еще раз, пока не определился Артур. Блин, ну это будет звучать как повторно. Мне кажется, это как-то связано с детишками. С детишками. Ты так и говорила. У нас дети с детишками. Алена сказала сначала, зеленый цвет у него может ассоциироваться со мной. Есть такое? Да, у нее же знаменитые зеленые... Машины. Машины. Что? А потом, когда мы ей объяснили, что там жопки и марихуана, она, конечно же, выбрала жопки и марихуану. Почему? А вопрос, сколько просуществует клуб? Ну, думаю, это недолго просуществует. Ну, мы такой вопрос таким вопросом не задавали, сколько просуществует клуб. Ладно, я тебя услышал. Поэтому у Артура 2 балла, у Илюхи 0. Следующий вопрос. Мы выбирали вратаря. Логика была... Железобетонная. Железо, да? Вообще.
Типа у этого прическа подлиннее, это еще лишняя закрываемая площадь ворот. Нет, они же... А как-то связано, что там на Акинфеева похож? Нет, а что? Блин, кстати, да. Похож, похож, это же... Нет, смотрите, там... после он на это... Челом съездил к Бекхэму. Чуть распух. Я же девчонкам как объяснял, что говорю, надо выбирать. Либо чтобы мужики поняли, как вы выбрали, либо как душе угодно. А, и как они выбрали? Вот здесь, по-моему, как душе угодно они выбрали. Душевно. Ну, типа, вот этот на фоне футбольного стадиона, он явно футболист. Это логика. Хорошо, я сделал свой выбор, Артур. Как здесь можно угадать? Просто три мужчины. А я потом скажу, ты обалдеешь. Артур, давай. Подождите, ну, давайте самого стильного выберем. А кого ты выбрал? Егор Крид на минималку. Кто тут самый стильный? Очень смешно. Он просто будет петь в мяч. Да вы обалдеете, как все просто. Вы просто вот... Да, вы просто. Подождите, а сколько у меня есть еще секунд? Одна. Все, ноль. Подождите, ну давайте вот это. Давай. Я не знаю. Как вы вообще не понимаете женщин. Мне кажется, вы думаете, что я им показал трех мужчин, и они такие, этот будет шире в воротах, а этот лучше смотрится на стадионе. Артур, какие у тебя были волосы, когда они были? О. Какого цвета? Черного. Поэтому Аня мгновенно сказала, о, брюнет. А-а-а. А Алена сказала, добрый. Блондин. Этот самый добрый. И то, что он шахматист, иди сюда, ее даже не смутило. Так, я пока выбираю все, что Аня выбрала. Да. Поменяемся. Удивительно. Какой автобус вы бы купили для своего клуба? Вот тут, ребята, вы офигеете. Потому что Артур точно знает ответ. Ты точно знаешь ответ. Осталось понять, насколько вы внимательны. Потому что иначе предстоит серьезный разговор. Судя по тому, что у нас форума с марихуаной и жопами, то вот футбол, love, sport, gold, мы такие... Вот такая футбольная команда. Хорошо, хорошо. Да как? Зачем я здесь? Зачем я все время... Для клуба, не для меня же, да? Нет, не для тебя. Ну, да. Ну, давай, автобус вы бы купили для своего гей-клуба. Подожди, подожди. Ну, здесь они все прикольные. Подсказывать нельзя. Они все прикольные. Но есть ровно один правильный ответ. Блин, ну не, я это точно это самый знаю. Большой автобус я выбрал. Нет, не Пазик, знаю. Дерьмо. Илья. Этот старый. Илья. Подожди. Широко в воротах опять. Минуту назад я тебе рассказывал, с каким цветом, по мнению Алены, ты ассоциируешь ее. А я даже сказала, машины. Артур, ты бываешь дома у себя? Какая у вас плитка дома? Черно-белая. Я не знаю, при чем тут плитка. Артур, ну ваша плитка. Вот, вот у вас дома плитка мяч. Аня мгновенно сказала, о, наша плитка. Плитка подойдет и для автобуса футбольного клуба. А вот эти все надписи на... При чем тут они? Ну, модненькие. Ну, этот ты любишь. Этот класснее автобус. Представь, по дороге едет. Ну, правда, класснее. Ну, вообще, это полное говно, три автобуса. Ну, понятно. Ну, угадали, да? Я понял, надо что-то выбрать, спросил, и точно нет. Ты для себя выбирала или для меня? Она я выбирала, как у вас дома. Ага. А вот это она выбирала тоже, абсолютно будучи уверенным, что ты знаешь. Это домашний Илья. Я? А про тебя там вообще прикол. Честно говоря, мы такое узнали. Про меня? Ну, я прям... Как связано прическа? Я до сих пор не представляю этого. Что? Ну, Алена говорит... Не может быть! Близко, очень близко. Очень близко, Алена. Близко, близко, Илья. А кто на третьей картине? Типа, ну не к Лазареву, пожалуйста. Просили. А кто на третьей картинке? Кто на третьей картинке? Ну, я поклялся, да, сказать. Смотрите, это Little Big, это Сергей Лазарев. И Крем-сода. Это Крем-сода. Крем-сода, я знаю, ребят, у меня даже пластинка дома их есть. Ого. Они дарили. Я бы вот нажал бы я на это. Я вообще их не знаю. А теперь Алена их вообще не знает. Ну что теперь, хвастаться, кому какую пластинку дарили? Ну мне Little Big пластинку дарил, что теперь? Не, ну судя по предыдущему футболисту. Она могла увидеть единственную, блядь, пластинку у меня дома. Не-не. И даже нету проигрывателя. Судя по предыдущему вратарю. Ты тоже кое-что я вот так ее раскручиваю, иголку ставлю. Илюш. Ну да. Э, это Лазарев, судя по вратарю предыдущему. Да, думаю, что ты тоже мог увидеть. Дома. Что ты мог увидеть? Ну все, не подсказывай, ну не подсказывай. Ну есть у него пластинка, ну пусть выбирает. Судя по предыдущим раундам, ты это ты должен так понимать, что здесь нет логики, а какого артиста любит слушать Илья. Ну точнее, если бы тут, наверное, была прям любимая твоя группа,
Может быть, она бы ее выбрала. То есть, если ты говоришь, что тут нет логики, значит, тут какая-то логика есть. Другая. Не музыкальная. Судя по автобусу и форме, какая-то вообще ебанутая логика. Илюш, да просто, у нее есть картинка, где ты вот так. Моя хорошая. Ну, а Крем Сода — это группа, которую любит Аня, и она решила, что ты это должен знать. А ты знал. Так и получилось. 6-2 в пользу Артура и Ани. 2? Да мы только Лазарев. 24-17. Лидируют Аня и Артур. Мы переходим к финальному раунду, где все это может немного поменяться. Соглашусь. Финальный раунд, который называется «Хайлайты» — лучшие моменты нашего выпуска. Сейчас задача кажется очень простая, но на самом деле бывает по-разному. Один из вас уйдет туда за тумбу и будет видеть какие-то слова. Все они звучали в течение нашей передачи. В вопросах, в нашем общении, в разговорах. Но поверьте, они обязательно были. Задача, стоя у тумбы, одним словом объяснить сокомандникучто же там написано. Единственное правило – не говорить однокоренные слова. За этот ответ вы получаете балл. Но если вы не справились, слово переходит к другой команде и разыгрывается уже 2 балла, а потом 3 балла, а иногда разыгрывается 8, когда мы особенно тупим. Поэтому надо сейчас подумать, кто из вас лучше помнит все шоу, а кто лучше находит ассоциации. Вот и все. Меняться в течение игры нельзя. Вот если ушел туда, то навсегда. Мы решили. Все равно, абсолютно все равно. Итак, вы решили, что... Я буду одно слово... Или поменяемся? А, проигрывают Илья и Алена. Да. Поэтому начинаете вы. У тебя сейчас появится слово, и ты должна одной ассоциации подсказать его Илье. Деньги. Деньги. Это явно что-то проскручить мандак. У тебя или... буквально несколько секунд, потому стадион. Что это быстрая игра. Стадион, нет. Теперь у вас 2 балла, и ты объясняешь то же самое слово. Но ты уже знаешь. А это считалось как ответ мой, да? Да. Тут очень все быстро. Один ответ надо дать? Один ответ. А, я думал, накидывает. Она сказала деньги. Ты говоришь? Многомиллиардное. Многомиллиардное. Состояние. Состояние. Абсолютно правильно. Это 2 балла. Это 2 балла. Это одно и то же слово мы объясняем. Теперь начинаете вы. Появляется другое слово, и начинаете вы. Давай, Аня. Вы специально решили именно это слово, да? Одно слово. Сейчас. Без однокоренных. Ань, давай. А показывать можно? Показывать тем более. Матюшок. Матюшок. Матюшок? Ибанес? Ибанес, абсолютно верно. Пока все круто у ребят получается. Очень хорошо получается. Даже лучше, чем мы думали. Следующее слово. Это уже не ебанец. Этого не может быть, чтобы этого не было. Это было. Нужно думать, как 50 девушек. Самый популярный ответ. Четвертый. Ты сказала... Четвертое, я сказала. Я сказала... Четвертое. Четвертое. Четвертый или четвертое? Четвертое. Ты. Четвертый. Да. 3, 2, 1. А, ну скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Ну что-нибудь. Ну что-нибудь, Артур, что-нибудь скажи. Нельзя подсказывать, нельзя подсказывать. Говори. Говори. Ну говори, Артур. Ну скажи. Я сейчас задохнусь, подожди. Ну что-то скажи. Давай это будет, знаешь что? Ну скажи. Ну, автобус. Автобус. Нет, конечно. На кону 2 балла. Сейчас Алена даст еще одну ассоциацию. Этому же слову без однокоренных. Ну пусть даже женщины. 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 Но надо отвечать. 3, 2, 1. Я могу повторить предыдущее слово? Я ему напомню. Четвертый. Женщины. Мама. Мама. Мамы. Вот сейчас вообще без подсказок. Да, вообще. Я уже вообще в шоке. Я буду перекрывать тебе обзор. Секунду, дайте мне прям секунду. Да. Секунду. А когда он сойдет с ума, мы поймем? Уже. Ну ты можешь много накидывать слов. Нельзя много накидывать. Много нельзя, мне нужен один ответ. 3, 2, 1.
Четвертой мамы, все, не считается. Четыре балла на кону. Ну скажи что-нибудь. А уже все. Сомнительно сложно. Ален, ну давай, без однокоренных. Половина. Вот сейчас никаких подсказок. Все замерли. Илья соединяет слова. Четвертый. Мама. Женщины. Половина. Половина женщины. Всегда задействуется только половина женщины. Но почему четвертый? И почему... Черт. Раз. Два. Три. Авокадо. Нет. Что ты делаешь? 5 баллов. Ань, одно слово. Без всяких. Короче, Артур. Грамм. А теперь соедини. Пинаколада, нет. Как ты маму и пинаколаду соединил? 6 баллов. После пинаколады. Ален. Юбилей. Грамм и юбилей. А что было? Мы где? Ну, давай. Никаких предположений. Ну что, ладно. 7 баллов. Сталин. Это я в ахере. По-моему, сейчас все полетело в трубу. Ну, Ань. Грамм. Юбилей. Сталин, грамм, юбилей. Четвертый. Мама, четвертый, женщина. 1954-й, что они там делали? Расстрелять, нет. Числительное. Вес? 3, 2, 1. Можно я, 50. Да? 50, абсолютно правильно. 50. Молодец. Твое лицо. Это за хайлайт такой 50? 50 я женщин. Тоже не помню такого слова. 50 весь женщин. Весь раунд был посвящен. И ты об этом здесь сидел, крутился и говорил. Ты такой, 50 женщин. Ты говоришь, были 50 женщин. 8 баллов, это очень круто. Но есть еще слова. И вы теперь начинаете. За каждый этот по баллу. Ален, давай. 1, 2, 3. Карамельные. Жопка, абсолютно правильно. 1 балл. Да. Опять слово у тебя. Ну не получится с первого раза. Ну докатись. Сзади. Но... Сзади. Илюх, я бы на твоем месте не тратил время. Да, лучше не надо. Сзади. Просто говори, что хочешь. Авокадо. Номера. Нет, 2 балла на кону. Вот тут точно надо думать, как женщина. Вряд ли бы они выбрали офсайд, потому что не это что-то вообще сложное. Вратарь. Давай, 3, 2, 1. Защитник. Нет, 3 балла на кону. Ален, у тебя было время подумать. Ален, давай. Замена. Почему нет? Не стадион ли это? Нет, не стадион. Mm-hmm. Ну серьезно, мы стадион объясняем словами сзади и вратарь? Согласен. Pretty fly. Что? Вот именно так. Извините, у меня просто... Точно? Хорошо. Я не знаю, как это комментировать, Артур. Просто вам есть ассоциация. Вам вот надо очень есть ассоциация жестко... с тем, что сказала, я сказала. Pretty fly. Pretty fly. Что? Pretty fly. Pretty fly. Pretty fly. Pretty fly. Есть ассоциация. Просто скажи. Притом это 2 слова, но мне так все равно. Pretty fly. Да, это 2 слова. Это невозможно вообще. Вам надо в крокодила. Мы играем все время в крокодила. Вратарь, да? Причем тут ты сказал, отстанись. Артур, 3, 2. Вратарь связано с этим вообще? Нет. Есть ассоциация. Во вселенной Ани очень. Ага. И это еще все на дне рождения ваших мам. Pretty fly. 1, 2, 3. Всем ассоциация. Подожди, можно я его раскачаю? Нет, нельзя его раскачивать. Человек в шоке сидит вообще в коматозе. Pretty fly. Давай, 1, 2, 3. Это значит... Bloodhound. Это знаете что? Нет. Что? Офсайд. Офсайд, абсолютно правильно. Молодец. Серьезно? Да. Молодец! Я просто так сказал! Это Offspring! Это группа Offspring! Pretty fly for a white guy! Я специально смотрел в интернете! Нормально, объясняй мне! Самое интересное, что она абсолютно уверена, что она классно подсказала. Но я думал, это Bloodhound Gang.
Сейчас вообще не даю думать, потому что финальное слово. А, секунду, просто подожди. Жара. Прям считаю до трех. Секундочку, нет. Секундочку. Это финальное слово? Да. О, как я уже очень уж, знаешь, и возбужден. Ань, давай. Сережка. Сережка. Раз, два, три. Роналду. Роналду, нет, два балла на кону. Ален, без однокоренных. Бусики. Бусики. Раз, два, три. Нет ответа, три балла на кону. Сейчас я вспомню, как это называется. Вспомни, вспомни. Раздел. Раздел. Раз, два, три. Бижутерия. Бижутерия, абсолютно правильный ответ. Бижутерия. 34-26 сегодня побеждает Аня и Артур. Поздравляем. Мы давай должны продолжить эту традицию. Аня и Артур. Наше шоу призвано объединять семьи. Ничего не объединяет семьи лучше, чем отвратительное мероприятие. На самом деле нет. Мероприятие хорошее. Второй этап, потому что первый был незрелищным. Второй этап районного турнира по футболу среди любительских дворовых команд. Кубок Ясенева. Надеюсь, вам недалеко. Блин! Вы всех втроем? То надо проигравшим отдавать, да? Дим. Конечно, можно поехать. А что, интересно? Если вдруг вас не пустят, скажите, что пусть набирают меня. На Авито, говорит, вы от меня. Ой, если я не возьму трубку, значит, не... но это второй этап. Там уже денег там нет. Ребят, сегодня была классная игра. Выяснилось, что Аня и Артур чуть лучше шарят в футболе, но Илья и Алена зато круто играли, хоть и не получилось победить. Это семейное дерби, я Дима Позов. Пока!